Так, друзья, почему-то я в конце видео говорю то, что я начал делать проект про Виндиго. Поставил мод на мебель, мод на самого Виндиго и сделал уже кастомную карту. У меня заболел друг, короче, я не знаю, вот один я не буду делать, потому что, согласитесь, одному... Это что такое? Послушайте звук. Что это такое? Одному, ребят, я не собираюсь делать Виндиго один, потому что, знаете, если я попаду в Blackwing Pines, типа, да? Ну, и типа я там выжить должен один, что ли? Ну вот, понимаете, типа, Виндиго это очень опасная хрень, которая просто легко расправится с тем, кто... будет выполнять глупые действия, резкие, все такое. Короче, Виндиго просто разорвет вам. Ну и вот, и вы думаете, я один отправлюсь, да? Типа, то, что без Джохана. Не, Джохан со мной будет. Ну, я подожду, пока он выздоровеет, и мы с ним будем снимать видос. Джохан, это, если кто не знает, мистер Зиро. Ну, мой товарищ, с которым я снимаю видео. Совместные такие вот. И вот, короче, мы вместе с ним отправимся в Blackwood Pines. Для того, чтобы раскрыть миф про Виндиго. Но мы не отправимся, я чем придумаю там какой-нибудь сюжет такой вот. Не знаю даже. Ну так вот, к чему я клоню. Те, кто... Это что такое опять? Те, кто знает Until Dawn сюжет, то они поймут, да? Кстати, можно использовать как быстрый спуск вот эту вот хрень. Ну и вот, Until Dawn, кто играл в Until Dawn, Until Dawn, я не знаю, как правильно, я Until Dawn называю, дожить до рассвета. Ну вот, те, наверное, знают то, что там, по-моему, 8 главных героев, и можно сделать так, чтобы они все погибли. Не, я клоню к тому, то, что там главная цель это выжить до рассвета, дожить до рассвета. Ну и вот, заключается принцип. А у нас с Джоханом будет немного другой принцип. Нам не только выжить остается, но еще типа сделать пару снимков там, если он существует на самом деле. Короче, разнообразие вот такое вот у нас будет. Думаю, сериал про Виндиго мы будем максимально точно передавать свои эмоции, не как предыдущие сериалы, которые были неудачными и по сей день являются неудачными. Ну так вот, сериал про Виндиго уже делается. Что насчет... Опа. Что насчет второй серии про Слендера, то мы тоже ее сделаем, но она будет в субботу, потому что я так захотел. Ну, в субботу в самое выгодное время будет. Так, здесь ничего нету в этой юрте. Ну и вот, все новости были. Так что с вами был Авиан. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.